Так, меню навыков, теперь доступны новые способности ассасина, оружие дальнего боя, тайник, ассасин, кошелек, вложили гран, заменили маскировку. Так, групповое лечение, двойное, мистер толстая кожа. Затаиться, ошеломляющий удар. Круто. Чуть такое. Пить за что нам эти штуки дают? Зачем? Нет, давайте ближе посмотрим. Все, дальний бой. Пушку у нас нет пока вроде бы. Незаметность. Это интересно. Значит. Блин, прокачка что ли началась? Так, у нас есть. Вы можете замаскировать себя и своих союзников. Это маскировка здесь короткое время. Исчезает. Сейчас. Подойти. Противник слишком близко. Выбрав эту способность, нажмите R. Интересно, а ее можно как-нибудь потом прокачать? Замки на дверях и сундуках. Блин, как же круто все это, да? Давайте вот это вот посмотрим. А, 6 штук. Да что, охерели, что ли вообще? Так, не то. Здоровье. Вот здоровье это вообще уже офигевшее. Так, а что такое? Навык позволяет немного больше урона на бою. Ну, начинает все с простого. Давайте ближний бой, наверное. Посмотрим, что у нас тут есть. Держите, чтобы использовать этот турбою. Ну почему нет? Давайте качнем его, да, безусловно. И пока что это все. Пока тебя не было, декан просмотрел воспоминания Арно, а он был весьма занятым парнем. Этот символ – знак совместных миссий. Я в команде работать привыкла, а насчет тебя не знаю, но разнообразие не помешает. Эти задания Арно будет выполнять со своими собратьями, постигая дух нашего ордена. Следуй за всплеском и все узнаешь. Я отметила на карте. Бляхмуха, это еще... 2,5... Давай, офигели, откуда у меня столько? Оружие. Ну, посмотрим. Что такое? Одиночное. Блин, сколько тут качать, охренеть! Вот это круто вообще. Ну, я имею в виду, это круто, реально. Блин, как же это офигенно. Ну, ладно. Офигеть, 25. Так, тупая кавалерская сабля. Так, смотрим. Подождите-ка, это что такое? 200... вы что, смеетесь? Ладно. Дополнительный урон. Улучшен 25%. А что тут делать-то? Урон, парирование, скорость, дальность. Улучшить за кредиты Хеликс какой-то, блин, что это такое вообще? Купить. А, смотрите, мы можем что-то купить. 500. 200 это F. А, видимо, с галочками это за вот эти штучки. 1000 F. Франков. Ну, смотрите, что лучше, вот это за 1000? Или вот это за 1000, конечно, это... Так, давайте максимально крутое что-нибудь прикупим себе. 1000. Закрыт. Так, ну давайте тогда... А что такое взломать? А что такое вообще? Купить. Давайте попробуем, не знаю, что такое. Ну, пускай будет. Это что такое? Блин, а мы могли еще что-то купить. Да, ну ладно. Тяжелое оружие. Так, ну это ладно. Вот пистолеты. Так, это сколько стоит? Оружие вам необходимо. Новых оружий. Я дальнего боя. Ну, давайте. Да, тут все с галочками с этими.
Чё, будем брать? Давайте пока не будем, что ли. Ружья. О, ружья крутые, кстати. Так, ну-ка посмотрим. Какие-то оружия дальнего боя мне здесь подсказывают. Пистолет, что ли? Или чё, не пойму. Давайте вот это. И скорострельность. Дальность. А, ну офигенная дальность тут, по-моему. Так, здесь хороший урон, зато здесь скорострельность больше. Но, мне кажется, урон решает все-таки больше. И тем более нет, значит, это не то оружие. Вот. 1000. А че такое оружие дальнего боя? Это какое? Вот это, что ли, или чё? Обычный. А, где это такое оружие, что ли? Не пойму, оружие дальнего боя. Че это такое оружие дальнего боя? Я понимаю, снайперские винтовки, но, блин. Так, до меня немного не доходит. Подождите, может быть, здесь в ружьях что-нибудь есть? Это, случайно, не то, да? Странно, одиночное, может, что-нибудь? Хм. Ладно, пофиг. Нормально пока. А, снаряжение еще тоже есть, офигеть. Цвета. Нет, цвет меня устраивает. Защита головы. Стойкость. А, ну-ка посмотрим, вот это что такое. Стойкость, что такое стойкость? Дополнительное здоровье. Ну вот это давайте возьмем. Такая чё? Вот эта хрень, по-моему, хорошая, да? Как ее купить? Как ее купить, ёб твою? А, Enter. А может, пистолет также можно купить? Ну, не знаю. Так, что-то дальше есть. Защита груди, защита... Бляха-муха, сколько тут всего? Защита груди, это что? Стойкость. 1000, они не пойдет. А это что? А, ну 0 брони. Ну давайте вот это тогда. Че такое вообще? Это какие-то... А, вот. Ну, давайте, я не знаю, попробуем так. Нам, видимо, дали вот эти франки, чтобы качнулись. Пояс, ноги, костюмы. О, шикарный. А, ну не закрытый. Вот этот классный мне нравится, беленький. А, вот этот из, не помню, с какой-то там части. Вот этот. Блин, классный, вот этот тоже хочу. Ну ладно, неважно. Ну давайте все, и вот чуть такое усиление навыков. Активные навыки. Что это такое? Ближний бой. На 3 минуты. На чего? Элитное усиление. А, это вот какие-то штуковины. У нас нет. Ну ладно, все, давай дальше. Здравствуй. Че, все? Так, стоп. В нашем задании приложение компаньон единства, чтобы открыть этот сундук. F, чтобы бросить бомбу в удаленную цель. Нажмите F, чтобы бросить бомбу себе под ноги. А, подожди, как тут это убрать? Бляхта-муха. Во! А, в нашем распоряжении есть несколько видов бомб. Целиться, удерживайте F и отпустите F, чтобы бросить. В общем, ясно. Офигеть, сколько тут всего, с ума сойти. А как-то обучение нажимать, если в следующий раз? А почему я F не могу взаимодействовать? Так, а что-то мне тут какое-то обучение, что ли, предлагали? Что-то начать тренировку? Вы переносите мне... Ой, я не знаю даже, потренироваться или нет. Давайте посмотрим, что там, почему нет. Ой. А как?
Вот, давайте посмотрим. Ну чё, вот это все мы будем тренироваться? Ты ж офигеешь. А, ну смотрите, вот, мы, короче, сейчас мы где бомба? Вот это что ли у нас было, да? Вот давайте вот это, например, да? Я так понимаю, мы какой-то один будем тренировать, да? Я надеюсь на это. Я надеюсь, прервать тренировку мы сможем, да? Я очень на это надеюсь. Сохранение. Цельтесь и удерживайте. Отлично сработано. Чё? А. Подождите, надо, наверное... Отлично. Да у вас талант. Да, круто, ладно. Всё? А, все, я понял, в чем фишка. Понял. Там, короче, тренировка заключается вот в том, что... Ой. Как прервать тренировку, ёкарный мама? Мама, и подключиться. Ты охерел. Ладно, чё надо делать? А, надо держи. А чё такая чувствительность дикая? Как выше-то поднять, ёптовую дивизию? А, нормально. Еще где-то третий. А, ну типа, может, вот так, да? Не действует. Где ж ты, засранец? Че, офигели, что ли? Да ёп! Твари, а! Выше, во-во-во-во-во-во, ништячок. И сюда давай. Лови. Это умение вам пригодится. Конечно, пригодится. Все, давай завершай, не хочу больше тренироваться. Продолжить. А, ну вот все. Должно все же, да? Я уже достаточно, я уже все, скиллуха, что-то есть. Подождем чуть-чуть. Немножечко стоит подождать. Хранение. Все. Да ёп! Опять тренировка, что ли? А, нет, вроде на этот раз нет.